занятие надо еще. Ну, сейчас подойдут. Подойдут, сейчас он. Да. Что-то не торопится. Так, поскорее идите, вас ждут. Ну все, считай, кто ходит. В 11 часов занятия. Что, скольки, 11? В 11. Ну все, так, вопросы какие есть? Слава Богу, вот нам приехали два человека. Вы это знаете, Астахов Георгий, Большой Миры. Пахмутов это Юга. И Грибанов Иоанн. Был баптистом, Господь нашел. Ну, убираем картошку тут, где можем. Господь вас благословит. Я сегодня вам все сказал. Когда говорят об Иоанне Крестителе, знал ли он? Не знаем. Но другого он ждать и не мог. Правители так и поступают. Но он его берег. И вот настал, говорит, удобный день, когда можно расправиться. Женщина терпеливое животное. Вот я одно дело хотел сказать. Одно. Просто нельзя не сказать об этом. Вы знаете, Артаксеркс, когда Исфирь стала его женой, а его надумали жить со света отравить. Два евнуха. Помните? Ну, их обнаружили, и он их обоих казнил. Неемия, когда считаем, кем он был там Езером, виночерпием у царя. И начинается, когда, даже фильм показывает, отпробуй, а если отрава? Я умру. Ты можешь умереть, а царь не может. Дегустатор был. Никаких лабораторий не было. Испытывали на живых людях. У нас так бывает иногда. Знаю, что некоторые люди абсолютно против нас идут. Меры в беззаконии не знают. Безумно лютуют. Всякие злые молбы распускают. И им допускается готовить у нас. Я за стол не сяду даже. Вы проверьте окончательно, так ли это, правильно ли я сведения имею. Ко мне на занятие приходит одна женщина, потом она сразу отошла. Пирожка возьмите. Первый раз я ее вижу. Пирожка возьмите. Отравляют царей и других. Почему здесь не может быть? Человек не расположен, он ищет какой-то повод, чтобы уничтожить человека. И вдруг ему допускать доступ к пище. Это не то, что неразумно, а прямо-таки безумно. Так что вы хорошенько разузнайте, сестры, были ли те, кто готовил, и следует ли принимать такую пищу. Я говорю открыто. Мне это положено на сердце, я оповестил. Мне надо, я кусок хлеба из дома принесу, потому что тут архиерея и прочее. Но надо быть внимательным. А у нас всякое может быть, и не приведи Господь. По этой теме вопросы есть? Нет. Я не сам придумал. Я молился об этом, и вдруг мне встала та картина, которая в Священном Писании. Почему выбирали самых доверенных людей допускать до тела. Не рассмотрел, это Индира Ганди была. Я в Индии это. И она наняла людей охранять ее, те, которые враждебные. С другими знаются. Она на прогулке, они охраняют. Она там цветочек рвет, он из автомата ее посек, и все. Ее нету. А еще покушения. Покушения бывают. На многих были покушения. Я не знаю, сколько покушений на сегодняшнего президента в Российской Федерации было. Я видел только один раз. Показывает, что они хотели. И он сразу, он стоял вместе со всеми. Какой-то сам метод. Он один только шаг шагнул, и его нигде нету. То есть охрана очень хорошая. И надо молиться об этом. Потому что власть такая, как сегодня видим, она только свыше может быть дана. Проклят, то меч Господень удержит от крови. Ответ один. Я не знаю, но без воли Божьей такое не бывает. В мирное время вот такая операция идет. У нас принято новое, как расширенное постановление для интернет-содружества, где-то правило. А политики рассуждают только мужчины, и только тогда, когда знают, посоветуются и по Священному Писанию. И сегодня уже двое, кажется, наклюнулись на это, значит, их закрывают, они больше не войдут.
когда говорят, что-то там где-то, ну, войска там делают что-то не так, там насилуют и прочее. Называется фейк, обман. Когда исследовали, ничего этого не было. И которые тут были такие крутые, кажется, не подойдешь к ним, ну, крутые это, не подчинялись никому, а брякнули это, брякнули за границей. А назад уже они не возвращаются, 15 лет. Сегодня 7 лет за убийство не каждому дают, а за это 15 лет. Поэтому бодрствуйте. А о войне, что сейчас все старайтесь вообще не разговаривать. Между собой там где-то, где кроме коров никого нету. Там еще можно на ухо сказать. Не надо. Мы многого не знаем. Меня спросили, я ответил. Проклят, что дело Господне делает небрежно. Все заразы, все, что оттуда шло, это все шло с Украины. Вот это крещение, как попало, бритые, священники, это все оттуда идет. Все ереси оттуда идут. И вот теперь меч Господень выравнивает на истинный путь. Ответ я дал. Много было с Украины, которые на меня против, мы никогда не думали. Думать не надо. Я сказал, как есть. Дело Господне какое, крещение, то другое. Такого небрежения не было, как сейчас тут везде. Мокрая ладошка, платил деньги и уходил. Так, все, с Богом.